Дорогие друзья, всем от Культ привет! Молния новостей. Короткие, но важные. Попробую все перечислить, что грядет, чтобы вас не очень утомлять. Вчера мы записывались на новом Форте Боярд. Это спойлинг, но больше ничего не скажу. Скажу только, что в конце произошло страшнейшее наваждение со мной. И я не решил такого уравнения, которое я в обычной ситуации решаю сразу, сходу, в лед первым же росчерком пера. Просто вот не знаю, что произошло, такое явление с мозгом, что он полностью отключился. Будет очень интересно смотреть, как это произошло и вообще, как это все вчера у нас проходило. Но это не сразу. А пока... Как говорится, назад в Архангельск. Такая песня у Гребенщиковой, по-моему, даже целый альбом. А мы вперед в Архангельск. Завтра я уезжаю в Архангельск, там буду выступать, в том числе для общегородской публики. Подробности здесь и ВКонтакте, посмотрите последний пост. Он про Архангельск. Вот. Дальше будет, кроме Архангельска, у нас пойдут после возвращения Тула 14 ноября, Полоцк 17 ноября. 18 ноября школа 444. Будет открыта лекция в нашей школе, где учатся мои дети, Света и Юра. Дальше будет Сириус, но это для тех, кто туда поедет на кавказскую смену с 20 по 24, я там, ноября. 29 ноября уезжаю в Майкоп на Экономикон Адыгейского госуниверситета. И сам его провожу, там куча народу будет вживую, просто живьем, там типа 15 профессоров. В общем, будет очень круто. Дальше будет 7 декабря в школе 1290, тоже у нас под боком в Измайлово. Потом Воронеж 8 декабря, снова Майкоп 9-10 декабря, Ярославль 15 декабря, 16 декабря вебинар Василия Мантурова в МФТИ, 20-21 декабря Казань и Набережные Челны вновь. Это что касается гастролей. Вот, кроме того, на самом деле вышло несколько огненных совершенно интервью. Одно из них называется «Судьба школы», и прошло оно в Новосибирске в конце сентября. По ссылочке обязательно посмотрите. Второе, да, и, кстати, оно перекликается с тем интервью в Госдуме, которое я дал весной, и которое, я, кажется, уже на канале рассказывал в новостях. Вот. Так, интервью еще одно каналу в офисе. Ролик с разбором Алексея Поднебесного с его «Математика зло» вышел у поступашек на канале. Я сдаю экзамен Хитману по матанализу. Пуанкаре Перельман теперь на науке про. На Авроре были определенные разговоры вокруг судьбы школы. Так, Саватеев и финансистов. И там же еще лекция, которую год назад читал. Ну и в завершение хочу сказать огромное спасибо каждому из вас, кто помог мне со студией. Мы, блин, собрали 70 тысяч рублей из 100 тысяч, которые я поиздержался. Вот, ну и кто еще хочет там помочь, чтобы вообще меня в плюс вывести, я буду только рад. Вот, хотя уже на самом деле очень круто. Ну и самое главное, подписывайтесь на Boosty, чтобы это регулярно можно было делать, чтобы снимать студию и там записывать, и выкладывать видосики. Вот, мы и это могли в студии записать, просто сейчас так удобно вышло, что мы едем, чтобы время зря не терять, решили в машине эти новости и записать. Вот так, так что архангелогородцам до завтра, остальным до всех мест, кто куда придет. Маткульт, пока!